Остановись, постой, спешить не надо. Ты посмотри на пройденный маршрут. Порой путь, каким идем, так сладок. Но вот куда тропинки те ведут? Задай вопрос сегодня сам себе. Доволен ли своим ты положением? Или, может, что-то нужно изменить, чтобы быть сосудом нужным в применении? Остановись, постой, не торопись, а расспроси о пути древнем, как бороться. Ведь мы порою говорим «сильны», но вдруг тревога, сердце содрогнется. Ты расскажи Иисусу, что не так, где грех еще коварно побеждает, не стыдно каяться в своих грехах, но хуже, если мы их прикрываем. Не стыдно, слышишь, плакать от того, что Бог простил и чувствуешь свободно, ведь в этот миг душе так хорошо, ты можешь оценить любовь Господню.